Привет всем, вы на канале Бер и Гейм. Мы продолжаем проходить мод Крутому Сэму Теория Ментала, часть 2. Где же мы там остановились? Так, здесь. На этом зале. Да, ты вот где-то тут нашла. Черепочек мы забрали. Ну и пойдем на всякую черепочку. Если будут появляться враги, то это хороший знак. Так, давай что-нибудь такое, пока вот это возьмем. Где? Ой, мудаки, блин, сраные, как вы двигаетесь хорошо. Давай. Не попасть, гнедушные. Так, а куда нам идти-то? Может, она сейчас вот это открылось? Вот, о, смотри, она открылась, действительно. Игра нормальная, мы уже, она, как сказать, она успела поднадоесть и уже, в принципе, не надоедает. Чё? У нас было бы меньше серии, если бы мы изначально бы догадались до этого, как его называется. Да иди ты нахрен, дурак, да-да-да, жизни. До жизни, да, что здесь не обязательно все заново проходить, а просто нажимаешь и оживаешь. А зачем их убивать? У тебя же все открылось. Да открылось, они же прям, они же быстрее бегут. Они догоняют всего всегда. Смотри, сволочи, не попасть по ним. Вот эти вот мудилы достали уже. Где эти уродцы? Где вы? Да они косыми ракетами стреляют. О! Вымораживают они, а? Они тоже всегда в движении, эти мешкигами. Чё, ещё что где-то? Мудак, ты где? Блин, музыка как в этом, блин, пластилиновый человек. А это у нас было закрыто, да? Да, помнишь, пластилиновый человек, мы играем первый. Армикрок? Да. Игра. О, с одной стороны ужасная, с другой стороны очень. Блин. Необычная. Она очень сложная, там такие загадки. Да. Ну его нахрен. Ой. Броня с сердцем. Слушай. Слились. Ух ты, блин, сколько там сундуков. Давай сейчас все соберем, потом пойдем в адовые муки. Ах, шея, блин, так сильно не могу двигаться. Ну хотя бы так. Двигайтесь вместе с нами. Болит шея, не могу. Чё она там болит, ну или не подушка? На кирпичах сплю. Чё-то ничего не бьется. Так, а где нам вход-то найти? Где-то он там, что ли, был? Шо он? Так, здесь, что ли? Ух ты, Багира, да? На тебе третью дырку у нас сделаем. Пантер. А Багира, Пантер. А ну да, Пантера, Багира, Фикова. Ну их нахрен. Видели мы одну черную кого-то, Фикова, да кого. Супер Соник, вот она. Фай! Блин, не успел ничего сделать. В рот идти, что ли? А, крутить какую-то фигню. Да, мы запустим эту херню, понятно, из нее что-то польется. И в домик, хорошо, это система самогона, хорошо. Потом нам туда. Пушки, резы.
Потом что туда, куда-то. А потом в ту башенку, да? Хорошо! Блин, сколько мы играем-то, ё-ё, даже не знаю, мы минут 5 играем, да 10 минут играем, хорошо. Ну все, все, я понял, все. Нажми на кнопку, получишь результат. Вот. О, а у меня выбрано то, что надо. Эй, чё мы идем? А, я не ту кнопку, ну хорошо, бывает. Чего? Хватит. Блин, что-то там полетело. Что там такое? Эй! Вы чё? Вот ничего. Чё нажать? Пустите вы меня туда. Или уже какая-то фигня пошла? Что там летает? Что там летает? Да включите. Ёп, слоны летают. Хе. Вихрь из слонов. Я такого никогда не видела. Зашиби, чего так много? Давайте их убьем. Все, теперь они побегут к тебе. Навряд ли. Йоу. Пошли вы взад. Че ты спрыгнул? Че ты? Где вы, амбалы? О, да, я сюда как раз-то и хотел. Спасибо, слоновий хер. Мне сюда и надо. Йо. Фу, какой ты отвратительный. Со своим хоботом. Ну и чё? Да чё, тебе делать, что ли, нету? Ничего. Ты где? Чё тут, ничего не разрушается? Выходи, слоник, выходи! Ух, гнида. На, 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 дурак. Там никого, никого. Где-то еще есть. Блин, что нам делать? Пойдем в домики сходим. Опять появился. Ну и пошел. О, вот сюда сходим. За рюкзаком. Нет, не пойду. А, ну может пойду. Ох, сколько рюкзаков-то, ё. Давай-ка покошаримся. И в чем тот смысл этой стены? Словом, бежи, блин, если он меня сейчас сюда пнет, ну его нахрен. Че надо-то? Как нам пройти куда-нибудь? Где этот хер бегучий? Что-то они там где-то сзади, что ли? Ты чё, дурак, что ли? Чё ты бежишь? Застрял. Сычуга. Пасть нам не пройти, ну и чё? Может, сейчас нам что-то надо будет включить, блин? Ой. Влобешник. Смотри. Включим, не включим. Юз, где-нибудь надо, надо? Не надо, не надо? Ни хера. Мимо. Ну? Хрен ли ты здесь? Все. Лажбан. Блин, не все появляется и появляется.
Пойдем в дома походим, наверное. Блин, я не вижу, не знаю, куда идти. Опять я кнопки перепутал. Нет. Так, что зайдем? Там мы были, там пустота. Нет. Ушки нету. О, что-то зажужжало, что ли, мне кажется. Решеточка, смотри. Мы череп взяли. Пустите нас куда-нибудь. Блин, что ты там, где чего? Давно этих уродов не было. Вот так. В прошлой серии были. А вот здесь что? В ангаре. Ой, неубиваемый ублюдок. Чуть ничего, ни в дом нас не пускает никуда. Ну где там этот дом? Чего такой длинный? Вот ему так, поддохни, медвежонок. Сажали, зажали, скоты. На, жри, жри, жри. Вкусный зеленый лазер. Где ты там есть? Бегунок. Этот кость то раздражает больше, чем этот мудак. Свалился. Придется обойти. Ну там быстро. В смысле, они даже знают, куда бежать. Ай, что за пушка какая-то слабая вообще? Когда вы горите, вас лучше видно, ублюдки. Уйди ты, да на. Пушку бы лучше взял. Да возьму, блин, просто пока ее убьешь. Кому еще стрельну, скоты? На, кастет. А? Не ожидал такого быстрого? Так сказать, это как реакции. Хорошо, что я останавливаюсь, когда тебе надо стрельнуть. Понятно, еще одна броня появилась. Блин, чего они хотят-то от нас? Еще возьмем пушку. Чтобы все запустилось. Так, эта херня крутится уже. Вот это ерундовина. Мельница или что она? Чего вы от нас хотите? Блин, они везде. Что-то пушка все появляется и появляется, смотри. Это же хорошо. Так у нас уже 10 пушек этих. Кто там еще стильный? Так, что-то знакомо. Есть такие болотно-зеленые, да, они ракетами стреляют. А есть ярко-зеленые, они стреляют лягушками. В общем-то, там где-то все они. А, они вот за этой, да, вот за этой фигней, за дамбой. Но за дамбу мы не смогли пройти. Подскользнулся.
Ну что, что тут надо мутить? А, круглая штучка ездит. Где купся? Запрыгни на нее. А зачем? А я не знаю. Ух ты, смотри. Где там уень? Там в трубу можно залезть. Что это было? А, ну, значит, не было. Я думала, что можно. Ты где? Вон там кто-то стреляет. О, появляются, смотри. Ну, это хорошо, с другой стороны, что они появляются. Ой, даже попасть не может. Выше стреляй. Угу. Блин, а он такой нехилый. Да уж. Дохнет, все. Блин, такой упырь. Пытается забраться. Пшел он. Упала шляпа. Ну раз он там появился, значит нам, наверное, куда-то туда идти надо. Пошли туда. Наверное, сейчас уже заканчиваем. Ружбасов много этих. Ой, поехал, поехал. Живешь еще, брат? Живи. Сдох. Сейчас мы восполним боевой запас. А то скажете, стреляю, стреляю, может не уходит, надо по чуть-чуть стрелять. Чуть такое еще летает, что ли? Еще один, что ли? Не может это быть. А кто стреляет? Остатки, наверное. Вон остатки. Двое или сколько их там выпускает? Где? А вон они выпускают. Надо двигаться. Так, слон что-то морил. Да, пока вы дойдете, я вас уже кокну. Портал активайтед. Где портал? А где он активировался? Шо он? Чиста. Ты с первого раза должен биться, сатаненок. Ой, хер, ну где ж ты застрял? Пойдем туда посмотрим, да? Парта. Я знаю. Он с другой стороны, наверное, стены застрял. А, не, я думал, ты портал знаешь где. А, нет, портал не знаю. Блин, а где же он может активирован быть? Там, где был какой-нибудь портал. Все, это представляешь, куда нам идти? Аж туда, где мы череп взяли, по-моему. А, вот он. Пойдем.
Хорошо, что я посмотрел, сейчас бы пошел туда бы. Ладно, пойдем еще черепок поставим и до свидания. До свидания. Да, по черепу в день делать это еще нормально. Эй! Все, мы уже здесь. Ну. И. Мы череп сделали, эй! А, там, наверное, портал откроется внизу в самом. Нет? Наверное, мы отсюда пришли. Давай вот этот залезем. Чё надо-то? Эй, портал активейтед, активейтед. Сам ты активейтед. Ищи. Путь сюда нам надо, нет? Блин, а что искать-то? Может, что-то кнопку нажать какую-то, да? Смотри, там внизу проход. А, нет, только здесь. Дай-ка мне посмотреть. Сейчас, последний раз. О, и здесь смотри. Блин, ну давай тогда заканчивать, фиг с ним. Ну, поищи еще чуть-чуть. Мне кажется, что по логике, если мы наверху делали, то здесь наверху что-то должно быть. Вот этот открылся, может. Чё ты не открывайся? Мы 3 черепа собрали, мучились 5 серий. А мы отсюда, походу, пришли. В самый низ не можем пройти. Так, тут какая-то загадка, наверное, да? Наверх мы тоже не можем пройти. Так, теперь остается в самый низ идти. Это у нас второй мы сделали. Получается, мы поставили 3 черепа на 3 уровня. Откуда мы вообще пришли? Сверху, по-моему, или фиговый. Нет, вообще изначально откуда мы пришли? Даже не... Вот отсюда? Вот сюда нам идти. Вот эти двери открылись, походу. Да? Враги есть? О! Здрасте! Рома ходит. Блин, а нам туда. Крест мы поставили. Нет, туда не надо. Значит, так, только получается, вот мы это... поставили 3 черепа. Вот сюда. И в какую-то из этих двух дверей надо. Смотри, там Рома. Туда мы не можем пройти, только в одну дверь. Давай просто зайдем, блин, интересно. Хочется подольше поиграть, но... Вот сюда нам. Подожди, а по центру этого зала там нету лесенки? Вот она, мы спускались оттуда. Да? А да. Что тут? Ничего. Ничего нет? Нету. Зачем она там вообще? Не, мы откуда-то не дофиковали. Там что-то лежало. Да спускайся ты, ёб твою мать. О. Там, сюда мы не можем зайти. Там мы были. Нам только сюда, вот. Чё? Чё, да, something. Earthquake. Какой-то quake. Ух ты, ёб. Вот это здесь бой не будет. О, разноцветные слоники. Всё, так, мы что-нибудь курили с утра с тобой? Мы курили что-нибудь, нет? А, ну мы попили разноцветных напитков, понятно. И поели разноцветной еды. Да. Все, здесь закончим. Подписка на канал, ставь группу ВКонтакте, комментируй, ставь лайк. Пока.